Вот и Путин тоже представил. В результате бросился прятаться под ПВО. Сегодня все слили видео разворачивания панциря С-1 над его резиденцией. Такие же забросили прямо на крыши зданий в самом центре Москвы. И даже на главное логово Министерства войны России. Сеть, конечно же, сразу разразилась приколами. Кстати, а кто там обвинял Украину, что якобы ставит военную технику в жилых кварталах и прикрывается мирными жителями? А сами-то что в итоге? И вот я бы на месте москвичей боялся, потому что российское ПВО уже показывало такой вот прием «бей своих, чтобы чужие боялись». Блядь, ушел уже! Такая же